Привет всем любителям военных драм. Предлагаю прослушать обзор к русскому сериалу «Жди меня». Но для начала подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Для вас это пару секунд, а для нас огромная поддержка. Молодая и наивная певица Шурочка во время Второй мировой присоединяется к фронтовой бригаде артистов. Люди искусства помогают бойцам в перерывах между бомбежками перевести дух, вспомнить о прекрасном, послушать душевные песни и хоть ненадолго забыть об ужасах войны. С первого же выступления девушка обретает популярность, и ее принимают с овациями. Ей очень нравится такое отношение публики. Но не только зрителям она пришлась по душе. На нее обращает внимание полковник Громов. Этот казак заслужил уважение на фронте, поэтому Шурочка отвечает на его. Артисты отправляются на другие участки фронта, и романтические отношения отодвигаются на второй план. И судьба решила послать девушке новые переживания и чувства в лице молодого сотрудника разведки лейтенанта Кольцова из Ленинграда. Он также заинтересовал певицу нестандартным ухаживанием. К тому же он умеет писать красивые письма в стихотворной форме. Теперь Александра находится перед сложным выбором. Она полюбила полковника, но юный лейтенант спутал все карты. Чувства разделились надвое. Какой же мужчина подходит ей больше? Время покажет, а война может внести свои коррективы. Актеры Валерия Ланская, Алексей Демидов, Артур Иванов, Виталий Ковален.